Побороться за кубок директора Федеральной службы войск Национальной гвардии России и главы региона вышли спортсмены силового ведомства и Краснодарского края. Все они олимпийские чемпионы, мастера спорта, призеры отборочных соревнований. Виктор Золотов и Вениамин Кондратьев пожелали дзюдоистам удачи и победы. Внутренние войска, а теперь уже войска Росгвардии, за долгие годы воспитали многих замечательных спортсменов, которые стали гордостью нашей страны и примером для нашей молодежи. Хочу сказать, что в Краснодарском крае очень много замечательных спортсменов и спортивных традиций. Сами соревнования – это возможность спортсмена показать то, чего он достиг за годы своего упорного труда. Ваша служба – это в первую очередь ответственность. Ответственность за мир и спокойную жизнь жителей как нашего Краснодарского края, так и всей страны. На ваших плечах лежит огромная ответственность обеспечить этот мир и эту спокойную жизнь, потому что вы всегда на передовой, на переднем плане борьбы с преступностью и беспорядками. Сегодня это очень важно для того, чтобы мы смогли сохранить стабильность в жизни. В командной встрече победу одержали спортсмены Росгвардии. На втором месте команда хозяев. Кубки спортсмены получили из рук Виктора Золотова и Вениамина Кондратьева.